Здравствуйте, уважаемые телезрители! На канале Осетия и Ростон новости ЮОГУ-ТВ. В Югостинском государственном университете научной составляющей в работе вуза бесспорно отводится важное и главное внимание. Несмотря на ситуацию по миру в связи с коронавирусом, все отделы вуза проводят работу по отведенным направлениям. Не прекращается работа и по направлению послевузовского образования, обмена опытом, повышение квалификации в онлайн-режиме и так далее. Подготовке научных кадров уделяется огромное внимание. В нашем вузе ректором Вадимом Бутазовичем Тедеевым поставлены большие задачи перед профессорско-преподавательским составом по подготовке научных кадров, повышению уровня квалификации и их остепененности. Несмотря на неординарную ситуацию, которая сегодня сложилась с пандемией, в связи с этим хочу отметить, что работа над подготовкой научных кадров не прекращается. Следует напомнить, что работа в обозначенном направлении ведется с 34 вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Северного Кавказа, в том числе Северной Осетии, а также Абхазии и так далее. В настоящее время работа ведется с вузами Луганска и Донецка. По инициативе ректора нашего университета была достигнута договоренность с Луганским национальным университетом по реализации программы подготовки о защите диссертаций по различным научным направлениям преподавателям, претендентами на соискание научных степеней. Не могу не адресовать слова благодарности в адрес наших коллег, ректора Луганского национального университета Трегубенко Елены Николаевны, заведующей отделом докторантуры и аспирантуры Санченко Евгении Николаевны, которые пошли нам навстречу и создали в это непростое время условия для сдачи кандидатских минимумов в режиме онлайн. Уже ведется тесная работа по обозначенным направлениям с научными руководителями. Работа в этом направлении началась в январе текущего года. Четверо преподавателей нашего вуза – это Бедоева Элеонора Христофоровна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Хубежева Инга Зауровна, старший преподаватель кафедры физической культуры, и два старших преподавателя кафедры иностранных языков – Дюева Сюзанна Сергеевна и Ицхавребова Лана Зауровна – прикрепились в качестве соискателей для написания диссертационной работы по своим научным предпочтениям, определившим с руководителями тематику своих научных последующих работ. За неполные 5 месяцев проведена огромная работа по определению диссертационных работ, обоснованию актуальности их научного аппарата. Не могу не отметить, что все вышеназванные преподаватели нашего вуза показали высокий уровень знаний, получив максимальные положительные оценки экзаменационной комиссии. Это наш первый опыт работы с Луганском. Уверена, что наше взаимоотношение станет довольно-таки успешным и плодотворным, ибо планы у нас большие. На сегодня по своим научным предпочтениям определились более 20 преподавателей нашего вуза. Набран хороший темп. И это в большей степени будет способствовать повышению научного потенциала студенческой молодежи. Современные реалии требуют новых инновационных подходов к любой работе. Вот и в Югостинском государственном университете постоянно совершенствуют и применяют все новшества, облегчающие и совершенствующие работу всех отделов вуза. Сотрудники отдела учебной части Югостинского государственного университета приняли участие в вебинаре фирмы 1С по составлению учебного расписания. Следует отметить, что программа 1С, в частности, позволяет благодаря гибким настройкам успешно использовать ее в учреждениях со сложной структурой, коим является ЙОГУ. Фирма 1С прислала нам приглашение на участие в вебинаре по относительно новой программе 1С «Автоматизированное составление расписания». Эта программа позволяет автоматизировать один из самых трудоемких процессов в вузе – это процесс составления расписания. Вебинар был очень интересным, очень содержательным. Мы остались довольны, рассказали подробно о возможностях этой программы, о ее достоинствах. Также подробно описали весь процесс составления расписания в этой программе. И я думаю, что в ближайшее время наше учебно-методическое управление примет решение о том, чтобы использовать эту программу для процесса составления расписания в нашем вузе. Целью вебинара являлось показать возможности сервиса и проинформировать работников учебного отдела ЮГУ о новых подходах в становлении учебных планов и расписаний.
В Югосинском государственном университете прошла онлайн-конференция с участием ученых из Цхинвала, Санкт-Петербурга и Уэльса. С югостинской стороны в работе конференции принимал участие заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания Югостинского государственного университета Юрий Дицойте. Модератором конференции выступил академик Российской академии наук, специалист в области классической филологии и сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков Николай Казанский. У нас давние связи с Осетией, в том числе мы, наверное, единственный институт в Москве и в Петербурге, где полностью присутствует журнал «Нартамонга», полный комплект, редактором которого является Юрий Альбертович. В работе онлайн-конференции приняло участие 13 ученых. На конференции был выслушан доклад Юрия Дицойте «Мотив варки камней» в стихотворении Коста Хитагурова «Мать-сирот Сицергас», вызвавший неподдельный интерес у коллег. У этого стихотворения нет развитой сюжетной основы, поэтому говорить о сюжете пространно я не могу. В стихотворении описана всего одна ночь в жизни матери-сирот, которая потеряла кормильца. Пятеро детей у нее осталось на руках, и она, еле-еле сводя концы с концами, оказалась, наконец, в том положении, когда ей нечем было покормить своих детей. И она прибегает тогда к уловке, которую в остиноведении принято называть святой ложью. Она поставила на огонь, котелок с камнями, варит их, ну и успокаивает детей, а те, сморенные сном, уснули, не дождавшись ужина. И вот после того, как они все уснули, она в своих причитаниях изливает душу, и именно из этих причитаний мы узнаем о том, какое горе ее постигло. Единственный кормилец был охотником, он погиб, и в результате семья оказалась как бы была поставлена на край гибели. Сюжет очень интересный, причем Коста описал его в таких словах, выражениях, образах, что невольно у человека возникает мысль, а не был ли поэт свидетелем того события, которое он описывает. Ну, и надо сказать, что наиболее серьезное исследование этого сюжета было посвящено, написано академиком Берковым, который сопоставил стихотворение Коста по форме, не по содержанию. Он это оговаривает. По форме, с одной стороны, с стихотворением Морица Гартмана «Белое покрывало», а с другой – со стихотворением Никитина «Жена ямщика». Ну и действительно, если присмотреться, то там имеется определенная перекличка по форме. И, скорее всего, Коста воспользовался этими стихотворениями, он их читал и придал им такой вид, в каком мы это произведение сейчас знаем. Но что касается содержания, и в частности мотива варки камней, отмечает Берков, то, возможно, Коста в своей жизни столкнулся с таким эпизодом, или, может быть, кто-то из односельчан ему рассказал об этом. Следует отметить, что данный формат конференции вызван новыми реалиями, связанными с пандемией коронавируса, а современные интернет-технологии помогают решать вопросы посредством интернет-связи. Тематику конференции – это место. Венер, вечеген, аши формат не охосченис. Коронавирус кфовет, мы мафтеке, сумма мы тенхорсу. У зону дыр мест ахан формат. Ума нэкан дуниэнна фала рэмбрдысты, ама сакалегата ног. Быттагай шауэл кусынч, са ногиртасан тачисты, удон каражиэн журынч. Венер ногиртасан анта, якутта гафтау, ама же кемдар шедар сарысты, кемдар мадын шедар баззадис аразинак. Удонам кусынч, мадынэй журынч. من هم هاشران در که فبل ورد در کنیست. من هاشران در اگه تسل که راورخ کنیست. این ران تا یک فیل قیویست. من هفته او. من نوم نه تیماتیکون نیسته.
чише те мой лкусы яхадек, а уже те мой лорозы доклад. Заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЙОГУ Юрий Дитсойто поблагодарил всех участников и организаторов конференции, выразил уверенность на дальнейшее сотрудничество. Захтуй авто докустета дензона, а дон важенч акта лингвистика Петрополитана. Тенкорс журналу, вака журнал, а маменум рашедис вац. А мауш вац бакастесте, стей удон авто кененч, ювистику бакасен чадрайденч агурен, а ма казанский равдеста, мене курайдет тават, петвечок, нартамонга ювелдердам наместе, яра вахте. Меня Тамонгаен, изден редактор. Ама куд редактор авто дармазитта. Стей Нартамонга ещё нам бахор кутто нудан дармазитта. Бас афенде дис байкусин ю докладма, исте докладма. Хен ракуды кутто нума равзарстон махадек мене хентакке шалу кусин уши тема у ю коста си жергес. Ама джи ю мотив, дур тафешен мотив. Куд фазен дис кашер хав дис костама. Хаби Оливарс ройдет тон журен, масам фазенди форстета, фазенди сам фа балверттар кэнэн кэйкэвэ. Ахам фиппа инэкта, инэр сазардама фашидис, манама мэй кум-кум мадарэ зохтуй. Ма маммагэскэ коллегати мэ ахам хузэ ам куст кэнэнат тэнхурс. یرون آدم تارد بیره فزن تند بناد تخصاده مگه نخوز سربا قدر است جای فرسان بالاون او ده بست دوید آلا قدر تصفزره آدم کفی خوص نفدل تا دوجه آبرجه تا خی آلا اما آلا خبرت ده بیره برچه باستسته تخصده بخواد آدم آجه تارد واگیمه نه آبون آلا ورده مخن خاص سرو ایرون آدم تارد آلس فزن زله ساردوگ وازگ جنو برغوطینو سارد تای خدگ Бира дисектор зурагу. Сардай ничима бовса заги ирунам бисунд. Уфала зафда бундар бирай. Ясал тох бирагав. Адам сарам бунте агуренс рассинад. Ма буна бунан дар масак ухе набафтади. Ма хави сарал тохте бира та сартуй самалат. اما او سو تراگیدی و خبرتا نفدلته اما او دو فدلته سارداجه ورخ رازندسته اما گرست مرخصسته مخمه تارخت خوزه زخیزورگه اما استای نفشت ها فسترمجت در فاگر آفدست و او سو زرون سارد نفته نابونه تیم او سبنا تاخص ایران آدم سارده ایران آدم ایستوریه آبرگ فارس خیزن قوازگ جنو استای سمدی ساگو قیقما کم فکست فلا نادم انصفل در خواهی آبرگ نسانیوگ راست نیم بارنس آبرگم بیره وقت لواک زرتایی سینونیم تکای خونمی فلاو دون کرازی سمخیسن کنن سوی قوم زونم آبرگ تیراد می زرتا داوگ خسنگ کرنخ و فلاو دو خیسن تست گرستم اخساک فزندی و دمای میتر بافتد توی زبکاخ مکزن قوابو ننخواستر هولو و تر هودو نخسن زرد آبرک سنسان کنه کدایم بارم آخ دینگی کشمایم کشم سمتری که خیتریت
Так ты на Колым никогда не соберешь. Надо было забрать мальчика. Десяток овец он стоил. Нельзя так, Джиго. Мы с тобой, Абреки. Нас послали выследить табуны кабардинцев. Абрек не отбирает у нищего последние. Нурмол Заранкави. Зерт Абрек. Иран адамы сарды нафил тайрайдайге си качин нум. Абрежи нум камар хаутта удон качин лап бутаудысты. Йинна кайраны маттун удон таудысты худинак ганаг адамы. Карних дава гандар тазып кахта удон адамы хсан тынгы гадудысты. Адам сал кода куттуй, адам садам нанаматтуй. У мене мауду невнелтуй, сахи хозам магар адам муртам. Наварстуй, сем хозон магар адам кутлактил, ма сардагил, мада махам тен наварстуй. Абраджи нам камар хаута. Удон тақақаттуй, Лагзинат, намис, саском, азданзинат, расинат. Кансахи тхэна, фаласадам тхэдар. Махави куна артуй, кана уягурге растай вхарт кусудисты, вадуи еро лагникуе непарста. Маказан хаве, евхарагани зоб ратта. Обра куттой дуа хозе. Бира не унавиди фокшедар, канад кома бинон тар кано каннатшедар. Ма ива о хоста уше ет куттак да хауш обра гжинодел. Ма бира ето, юш шедар фидбеле сорасто, ма и шаран нолуди. Ма и обра гси, ма уш обра жета, эдели так и навдесте. Магур адам, наджиз дарту. Адам сасахад ага бржта на худту, а бржта сас худту, и вады хисавад. У ман ма, уду нехмауди сатух, уду сагурту ирсахсам ма, ма самай, адам, уду ма фдах кануй, ма самам бахсу, вид хайсил ал дудге батта, мисидисты. Уй кэзан хави гафарсту. Уфала, югар сарды, ахам фалган саудис, ود ما نلیت ایراد او رای نفشت هم ایس آخم فلگنست در کست تخییستوری نیس زغه او دون تا خونم لیت ایراد او رون فلگنست ایستوری اون سن خونم فله او دون تا ما خم نوج بستون در لستک که در ودیسنز سه و دیس هسار دواک سمر سدست آخم رامه یرون آباز زادی و فیدارم بیسون داخم یرون لگ آبراج فنداغ یقالای نیکو رو زرستا مکزن قوه اگاد سیناد سرمخ سیناگ نو آخم لک دیرن نه کن بست شالوخ تایدر زودی آبای تایدر زودی زادتیا تایدر زودی فلا زیز با قد کتون خنگاتای یو خادو خوندی وی ورطا پاتزاخه رسته گودی گرسته میما هر دیگه او خم بخنو دیش می هر دیگه یا بخل من دام زرگه زیر مسته اون خوش کردم من فلو گردن تم من یا هر دیگه برزی سگ من خستی قد لاسن الترسیل همی فنداغل باشتا هیو شد که من یوردم نیسته دیش می فسته من رخد مایو تنگ خوش کود تا قو بستن، نه تو که قو بستن، نه خرفون بستن. توتی تیاکیم و لاجر کوی مک.
Я инга норта нузали хирдар. Рорости, магурла гвардоне. Я соби та хурласа, моя зора джихофтай. Маузе камта, вот здесь сильда робрага еза, галкум да рофта, вот я лесага да растихту. Марга поталосту, юран я розмама, да галта соз. Зурса масвелата, седай скуинсма, мангал макаса, седар макат, обрагу да тамиткан. На дом са соцена. Возга да русла заскан, ума са сахадак сохты, ва галта отхорт. Хаман я вардун бенавиди хасангарзм бахст. Матигак фаун стадус хасангарз райстам авалат шаразман дар тиг мафаси. Развяжите мальчика и приведите моего коня. Алга. Масан цохта юлдер, масан сабахта дар ролост. Я голта дар роскарт. Ма адам сулафедесте, ма кайзанаха ва кимл зарак скут той тути тайуди. Ох, ма юраста же худ той козот ха юо браге. Ма магур адам наджиз дар тофала. Казм житю камбой яфта, умився стыхта. Ма хауше обрджета, кую базуттуй, оше магуллак, тынкуа гушамай дар. Уадивен барвистуй, сусагай, барвистуй, оше магуллаган шедарах хоз. Магур адам наджиз дар туй, казнеж тырмаст дар. Умар ма казнеж та дар магур адам шедар стыхтуй. Ма сауда зуттуй, ма и удон там удон стыхтуй мэджи, магур адам хай куттуй удон дар сусагай, бен то сусагай. Херен обрджетан ку ниши хоз куттайд, вада каржин каши хоста. Шедар сусагай са магур адам дар хоз куттуй, каман куди абонуди, уйса шықтар, камдар божиртто, камдар зурмай, бохостом яр шоуқто каде. Сияхиин навнин канфаля, кадр шоуқто урдам жирдост бошадим я, урдаги ристома вада шхурттуй. Двадцатый год цунора кавку босахтуй. Вот одам юлдар лигдатта шедесте, зорол хастесте, сафусам урта, скаштуй. Ама хаушрастаджа, мабинун тай хистаров самашчи уди уул шеди, ду вода соза. Ма офтаравш свалуну датчага ма роздахти бахл ма сафус Оскарствуй. Форбот Лоди Юсифе ферт. О олог дэсте форосцвалун дэсте. Чи жолог ди хаудун. Бурунюн ку фахатчасты ко хайшавга. Вадум рулафе дэсте. Мэш свалу ройгурди. Значит, бинун тэ кастар, лаппу. А мы сороковый год сохрасти ровно 20 лет, мы хашт мокут, мы хашт и налошади. Фарохо бохо кутуй, одам хажашт, сафус надовтуй. Мы хофтам и фастам, а кошедестуат каври яфтуй бентун сагдай. Ама камес перезимо вот куттой, кую сын наведима, не коштуй катта, масл коута спеттуй, бойсаштуй, сама хофтам эйте перезимо вот скуттуй. Мави уши всеми он наведи фала, накан кауфастама кураздахтастуат почти яха жорни чори яфто. Хасинов же кади студио хостуй, цасти ошт повтеттуй. Махиша уже что уже вот так тасты кот бирасвала та вдесты ма кот знай
виживали. Виживали. Вот мало жага шед боку стой сахом та шедаш та. Фала сабун хажор моша месоро за куниколдун нишови наведи махо хам. Зенжинат накан кабов застом. Ама дисо кую дима иухаште рой гордесте свалата деко хасари автоку туйса. Ма моха мана накава сурук первия сурук от има чифаше ди хаудун сирдаг не раздахти. Ама че чи раздахти удунай да шостар инвалид та хир мохма ю ветеран дар нали уже шол дар озразма юл дар ай воту уш бастама. Фасто гоза хашта дар цунор вачеган один из пострадавших, ну город куйна канал манама. Вала зудир мой ход чисто и дар ушла путена в там кукасу от зарда скот фавенч. Ма фасто хаштар хорд геройдет то. Эхстуе, ма эхстуе, эхсаве. Седьмой числуе, седьмого по восьмой эхсаве. Тасо ход мавди ракетный обстрел. Нахажор лмино сэмбалди, нагорожил. Насхакт сэмбалди мино. Хофта фатфадл колдема дидала на дунками хам юлдар кохт мино тай хофта густой колд куттуй. Стер пошлиста сахадак. Уже офта галтуем з малагноли мохмадар хажор ма гуржир пошлиста. Стер фесты цунорокаве. Сихорюнг ма наступот мошедесте. Прикосцену дивачага ма отем белесте. Виппойд ма шау ма фисте наступот канем ма ма хурз наступот сен нафаши. По заслугам, конечно.